Приветище! Наконец-то мы с тобой поиграем в Roblox. Очень много было комментариев о том, чтобы я поиграл. Давненько не играл, честно, давненько, да. Потому что было скучновато. Все однообразно, все одно и то же, одни и те же самые сумки, собирать ресурсы. Вот, и наконец-то вышел какой-то симулятор новенький про питомцев. И вот сейчас-то мы с тобой в него поиграем. Итак, давай мы сейчас с тобой выберем, кого, кота или собаку. В общем, пиши в комментариях, кого же выбрать, собаку или кошку. А в следующем видео мы с тобой уже выберем наконец-то. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь, всем покеда и удачки. Не, шучу. Кошка у меня дома есть, ну в смысле в реале дома у меня есть, поэтому давай выберем собаку. Собакен, назовем мы его, знаешь как, Пуф. Мы его просто назовем Пуф, потому что он похож на пуфик, оп. Зга, опс, русский алфавит. Нет, Зга я его не буду звать, я его назову Пуф по-английски, вот так вот. Огонь. Окей, окей. Ништяк, у нас теперь с тобой есть замечательный питомец квадратный, у которого мимика, ну сказать так, как бы смотри, он по-моему, даже не моргает. У него глаза как 3 копейки. В общем, пойдем, что нам делать? Привет. О, так это подписчик. Давай с ним поздороваемся. Господи, какие здесь огромные буквы, давно я не играл в Roblox. Я твой подписчик. Да, я понял, спасибо. Блин, у него, смотри, кошка, свинота и, по-моему, собакен. Господи, собака со свинотой скрестились. О, побежали, все. Смотри, они сами как-то у него бегают туда-сюда. Ну-ка, давай попробуем нажать на монетку, может мой... О, мой питомец тоже бегает, собирает. Офигеть, прикольненько. Ну-ка, давай вон туда. Фас, бери монеточку. Красавчик. Правда, он очень долго собирает. Да ну-ка, если я попробую пробежать. Нет, я сам монетки не могу собрать. У, печалечка. Ладно, фас монетку. Давай, Пуф, давай, быстрее. Смотри, там у нас есть фонтан огроменный. В нем куча монет и огромные золотые сундуки. Давай попробуем сюда запрыгнуть. И Пуфа прям на сундук направим. Нет, на сундук я не могу направить. И на монетки тоже, которые в фонтане, я не могу направить. Видимо, сюда кто-то накидал монеток в качестве желаний. Ну, знаешь, ты желание загадываешь и кидаешь монеточку в надежде, что оно сбудется. Вот, я, конечно... Ого! Нифига себе! Песик, смотри, какую он стопку монет набрал. Ну-ка, давай у него попробуем взять вот это. Давай, собирай. Давай. О, как долго. Здесь еще конкурент прибежал. Белый собакен. И всего 2 монетки. 2 монетки с такой стопки я собрал. Ну да, там, наверное, была просто большая конкуренция, поэтому всего 2 монетки. Чем больше монета, тем больше времени требуется для моей собаки, чтобы он ее собрал. О, 4 монетки получил с этой здоровой. Слушай, такое ощущение, как будто я просто пошел на прогулку погулять со своим питомцем. Смотри, есть вот такая вот зона, в которую можно попасть, если ты наберешь 25 тысяч монет. Там что-то как-то совсем мрачненько. Там, по-моему, зимний биом. Смотри, на деревьях нету листвы. Ты посмотри на этого маленького шкода, он туда забежал. Слушай, а может ты мне монетку оттуда принесешь, а? Давай я тебе команду дам. Нет, так не достать. Ладно, пошли, короче, отсюда. Давай посмотрим, что у нас есть в менюшках. Вот это My Pets. Здесь у нас написано, какого он уровня, его характеристики. И мы также его можем апгрейдить. Ну-ка, давай нажмем Upgrade. Upgrade. О, мы можем проапгрейдить скорость сбора монет и количество сбора монет. Ну, давай, допустим, вот попробуем Ability прокачать. Есть. Ну что ж, давай теперь проверим, насколько Пуф собирает быстро монеты. Помнишь, да, как это было очень медленно? А теперь... Итак, о, слушай-ка, это стало намного быстрее. Очень, я бы даже сказал. Так, значит, здесь мы можем апгрейживать нашего пэта. Здесь у нас магазинчик премиум. Здесь все за рубаксы, слушай. Не, так неинтересно. Сундук упал прям передо мной. Офигеть. Ну-ка давай, Пуф, собирай его. О, как ты долго будешь с ним возюкаться. 1980-70. Короче, секунды бегут очень быстро. Так, что у нас в настройках? Ну, тут, как бы, в принципе, все как обычно. Ясно, закрываем. Так, песик, я тебя здесь оставляю, ты давай этот сундук, короче, раскрывай. А я пойду-ка вот сюда в магазинчик забегу. Так, а смотри-ка, если войти в группу, то дадут маршмеллоу ниндзя. Да, это похоже на маршмеллоу. То есть, ну, по-нашему, по-славянски это зефирка. Зефирка ниндзя. Что у нас здесь? Ох ты, здесь яйца, ты посмотри. Они, кстати, очень дорогие тут. Ого, яйцо-банк. Хе, титановое яйцо. Какое-то странное яйцо. Технологическое яйцо, лавовое яйцо.
НЛОшное яйцо и кристальное яйцо. Господи, каких яиц только здесь нету. Здесь у нас стеллажик, где что-то должно новенькое появиться. И это будет скоро. Здесь так написано, coming soon. Мой питомец, кажется, сундук отрыл. Я не знаю, сколько он там получил. Итак, с этой большой стопочки... Воу, 15 монет я поднял. И сразу же левел ап питомца. Давай зайдем в My Pets и прокачаем нашего питомца. Так, значит, я хочу прокачать снова обилку. И давай сюда еще один талант закинем. Вот. Теперь он собирает по 2 монетки. Проверим скорость. И знаешь что, что-то мне так захотелось вот эту зефирку. Я сейчас махонько так сбегаю, подпишусь на эту группу и вернусь. Ну вот, я подписался на вот эти две группы. И по идее у меня должен быть второй питомец. Хм, а где же он? Давай зайдем вот сюда, в My Pets. О, действительно, вот он. Давай Take Out нажмем. Take Out. Есть, смотри, у меня теперь Зефирыч со мной бегает. Офигеть, 2 питомца, это просто ништяк. Ну что ж, питомцы, давай посмотрим, насколько вы дружно будете собирать для меня монеты. Вот, например, вот эту кучку. А ну-ка, фас. Да, песик намного шустрее бегает. А Зефирк что-то как-то туда вообще не побежал, типа. Фу, я же не собака, я же Зефирыч. Ладно, Зефирыч. Зефирыч. Ты давай вот эту собирай тогда. Ну вот. Один питомец собирай там, другой питомец собирай здесь. В принципе, по большому счету, я могу вот так вот отдалить камеру и просто... тыкать мышкой, указывать своим питомцам, куда бежать. Вот, например, вон туда беги. А ты, Зефирыч, вот сюда беги. Опа, а там сундук свалился. Ну, кажись, я туда точно не успею, там... Да, там смотри, сколько конкурентов было. Целых 6 питомцев. Смотри-ка, что это там лежит вон там под стендом. Маленький сундучок. Хе, забавно. А ну-ка, питомцы, идите собирайте. Давайте прям вместе. В этот раз я направил на один сундук сразу 2 своих питомцев. И это, я хочу тебе сказать, намного ускоряет процесс. Вот, смотри, огромный сундук у нас тут появился. И знаешь что? Мы можем помочь своим питомцам этот сундук открыть. Нажимаем вот на этот кругляшок беленький. И чем быстрее ты это делаешь, тем лучше. Давай, давай, ускоряемся, ускоряемся. Когда такое количество конкурентов, нужно как можно быстрее жать на эти белые кругляшки. Чем больше ты нажмешь, тем больше достанется тебе деньжищ. О, сколько, 116 монет я поднял, офигеть. И сразу же прокачал на несколько уровней своих питомцев. Смотри, пуф, у меня стал 6 уровня, а Зефирк 3. Давай их мы сейчас прокачаем, апгрейд. Так, значит, здесь мы качаем сбор монет и скорость. А зефирки, то же самое, сейчас прокачаем туда и туда. Вот, ну и теперь пойдем в магазин, попробуем прикупить себе какое-нибудь яйцо. Честно, не знаю, что в этих яйцах. Наверное, какие-нибудь прикольные питомцы. Вон, смотри, далматинцы бегают. Это же собакены, да? Эй, дружище, подожди. Я даже не вижу, где у них глаза сливаются с этими пятнами. Вот мы находимся возле яйца. Тир 1. Мы можем купить за 275 обычное вот такое вот яйцо. Давай купим. Есть. Яйцо куплено. Оу, какая няшная розовенькая. Погоди, это скин для моего питомца был? Почему мой питомец окрасился в этот цвет? Он же у меня был другого цвета. А, это тут такой свет. Все, давай выходим. Вот, он у меня был коричневенького, такого бежевенького цвета. И у меня появился еще один питомец. Точно такой же, его зовут Нил. Давай мы его поставим на выгул, чтобы он вместе с нами гулял. Ну вот, теперь у меня целых 3 питомца. А, подожди, 4. Еще кеху не забываем считать. О, смотри, сколько сундучков появилось, много. Давай вот этот вот открывать отправим. И вот сюда 2 отправим. Вот этот сундук будет открывать пуф. И я ему сейчас помогу. 424 монетки. Покупаем еще одно яйцо. Оу, котеич. Какой милый котеныч нам попался. Ставим его на выгул. А, всего 3 пэта можно. Во, блин. Смотри, у котейки 1 уровня характеристики почему-то лучше, чем у этого собакена. Смотри, у собакена вот такие характеристики. Хм, давай тогда собакена мы отпустим, а котеечку возьмем на выгул. Вот так. Ну и, конечно же, прокачаем нашу маршмеллоу. К скорости добавим это все дело. И нашего пуфа тоже прокачаем на скорость. Вот. Итак, бежим. Теперь у меня собакен, Зефирыч и котей.
Знаешь, я вот так вот сейчас сверху играю, и мне это очень дико напоминает стратегию. Вот смотри. У меня есть три питомца. Это мои юниты, я их направляю на монеточку сюда, одного сюда, другого вот сюда и еще одного вот сюда. Все, они такие пух-бух-бух разбежались в разные стороны. И я им еще мышки помогаю дособирать монетки. Хопа! О, сундук какой упал. А ну-ка давайте, питомцы, все на сундук. Очень много конкуренции, как обычно. Как это бывает на сундуках, нужно как можно больше кругляшей нажать. Котейка у нас получила первый уровень, точнее она уже стала второго. Сейчас мы прокачаем, значит что? Прокачаем мои абилити. Вот так. Ну что ж, вот такая вот замечательная мимимишная игруха с питомцами. У меня их уже целых три. Как я их быстро развожу, это просто пипец. В общем, если тебе понравилась эта игруха, все ссылочки будут в описании. Ну а с тебя, конечно же, не забывай оставлять свой комментосик под видосик, а также ставить лайкосик и подписочка на мой канал. Если ты еще, конечно, не подписан, чтобы не пропустить следующие крутые видосики. Ну а я на этом с тобой прощаюсь. Тебе всех благ и удачи. Покеда, до нового видосика. Чао, какао. Слушай мою команду. Быстро разбежались по монеткам.